Отже, давайте ми почнемо, може, такому скороченому складі нашу зустріч коло друзів. Я вдячна за те, що наші колеги погодилися на такий експеримент. Це нове в наших форматах наших засідань. І, можливо, якщо сподобається учасникам і самому колу друзів, то ми будемо такий досвід і далі. Сьогодні з нами в колі друзів Наталія Березанська, національний лектор Дословського товариства України, екс-президент Київського відділення АНК. Далі Наталія Мельник, яка є президентом відділення ложа імені Блаватського міста Дніпро. Також з нами є Оксана Миколаївна Мулик, президент відділення шахти міста Житомир. І Сергій Вікторович Ніжанковський, секретар Учбового центру «Софія» з міста Харкова. На жаль, Віктор Перевалов не зміг приєднатися до нас з технічних причин. Отже, давайте ми почнемо таку нашу дискусію. Вона буде присвячена актуальності спадку Олени Петрівни Блаватської у сучасному світі. Сьогодні ми поговоримо про це. І ми з вами патріоти Теософського товариства. Отже, ми знаємо, цінуємо внесок Олени Петрівни Блаватської, і нас не треба переконувати в тому, що ці ідеї значущі в цьому світі сьогодні. Але ми живемо в особливі часи, коли людство переживає системну кризу. І багато змін життя проносить нам, і це вимагає від нас змінювати себе, змінювати свої погляди, звички. Чи може спадок Олени Петрівни Блаватської в чомусь допомогти нам? Її філософські, художні твори, її громадська активність, чи є вони для нас певним прикладом і для наших сучасників, і, можливо, для тих, хто буде жити після нас? Отже, в який спосіб це може відбуватися? Як саме нам сприяти цьому процесу? Чим саме ми можемо допомогти проникненню ідей теософії в наше суспільне життя? Отже, дорогі друзі, учасники нашого кола друзів, хто з вас міг би почати нашу розмову? Наталі, ти можеш? Да, хорошо. Пожалуйста. Я хочу сказать о том, что Теософское общество, когда было создано, утвердило первую цель Теософского общества – создание ядра братства. И вот эта цель, эта тема, она актуальна. Актуально сегодня и будет актуально на многие еще века, потому что пока идет Кали-Юга, а она только началась, то на Земле будет воплощаться огромное количество людей, которые еще не пробуждены. И именно теософия и то наследие Елены Петровны Блаватской, которое она предоставила в «Тайной доктрине», в «Голосе безмолвия», как пути для просветления, для пути посвящения – они будут и маяком, и импульсом, которые будут помогать людям пробуждаться и помогать людям входить в эту огромную семью человечества, в единое братство. Потому что братство и единство человечества – это факт природы, как пишет Елена Петровна Блаватская. И, к сожалению, до сих пор большинство человечества это пока не признает. Поэтому актуальность этого – на віка. Спасибо. Дякуємо. Це дійсно важливіше просвітлення і пробудження. Це дійсно для людства сьогодні найактуальніша задача, тому що якраз планетарна криза
вона і має цьому сприяти. І для цього має бути підґрунтя у вигляді споконвічної мудрості, яка завжди на поготові. Що Наталя Володимирівна може нам сказати? Могу, ви знаєте, спочатку я хочу просто відмітити те, що ми всі на одній волні. Вот иностранные теософы сегодня говорили о том же, о чем мы сейчас говорим в своих ложах, группах, о взаимодействии высшего и низшего «я», о воспитании человека, о том, что невежество надо просто преобразовывать, наверное, в праведность и ну, в какие-то хорошие качества, и сейчас просто не находишь слов, потому что очень много мыслей разных, которые вот ты прослушал, вот, и, конечно, вот воспитание человека, наверное, должно быть, опять же, на первом месте, потому что иначе ни о каком братстве вообще речи не может быть. Понимаете, хоть мы и знаем, как теософы, знаем, что все идет из единого, и вот это разнообразие все равно оно исходит из единого и возвращается туда, но возвратиться оно должно после эволюционного пути, и этот эволюционный путь, он как раз и предполагает преображение человеческих вот этих качеств, которые мы, наверное, и не любим в себе, можно сказать, или хотим преобразовать как-то и в себе, и в своих детях, наверное, помочь им, во всяком случае, преобразовать это. Вот это сейчас, по-моему, просто, ну, не знаю, на пике сознания, потому что все об этом говорят, не только даже теософы, о том, что те же психологи, те же различные общества говорят о том, что надо человеку воспитывать себя, самоосознанно вести себя. И вот это вот его преобразование, от него ждут все, и мы сами от себя тоже ждем. Вот. И хочется, конечно, сказать и о том, что вот эти обиды, негодования, непонимания очень терзают людей, особенно в нынешнее время, вот в такой вот период сложный, скажем, да, и поэтому я думаю, что это буквально вопрос номер один о том, чтобы научить людей, ну, вести себя так, чтобы им потом не было стыдно, наверное, ну, вот как-то в этом, как-то так, в таком ракурсе. Дякую. Я думаю, що ви теж якраз торкнулися дуже важливих питань. Справа в тому, що Олена Петрівна показала нам величну картину еволюції Всесвіту і людини. І це вимагає від сучасної людини певної еволюційної компетентності. Тобто людина повинна мати уявлення про своє місце в цій всій величній всесвітній картині. І якщо вона правильно визначить своє місце, то вона знайде шлях правильних дій і правильних думок. Отже, це дуже важлива річ. Дякую, Наталія Володимирівна. Ну, я дивлюся, що Оксана Миколаївна вже показує, що у неї теж є що сказати. Давайте послушаем Оксану Николаевну. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я бы хотела сказать несколько слов о нити Ариадны, которая прошла вот такой вот действительно красной линией через всю жизнь Елены Петровны и осталась нам как завещание. Любое учение является жизненным только когда оно имеет проявление в нашей ежедневности. То есть оно теряет свою сугубо теоретичность и становится жизненным только когда проявляется в каждом дне нашей жизни. И вот Елена Петровна, как никто другой, показала истинность учения. У нее вся жизнь ее была служение. Вот я хочу привести такой вот удивительный пример из ее жизни. Январь
1885 года. Она тяжело больна. Настолько тяжело, что она упала в кому. И врачи, которые наблюдали ее, не давали ни единого шанса. Они были однозначны в своем приговоре, Елена Петровна уходит. Даже муж Купер Окли уехал в Мадрас для того, чтобы договориться о кремации. То есть никто не сомневался в том, что она уйдет. И вот в один из вечеров на веранде материализовался учитель М, который прошел в комнату к Елене Петровне. А на утро Елена Петровна открыла глаза и попросила завтрак. К абсолютному удивлению докторов, никто этого не ожидал. Как потом Елена Петровна своему близкому окружению рассказала, что учитель М предложил или сейчас покинуть больное, измученное тело и прекратить все страдания, либо остаться в нем и написать главный труд ее жизни, «Тайную доктрину». Но необходимость остаться в этом теле несла с собой огромное страдание, о чем вот только что вот было зачитано в письме Желиховской. Но, конечно, Елена Петровна выбрала последнее. Это огромная жертва, это огромный альтруизм, это пример огромного служения, которое является вот маяком, путеводной звездой, оставшейся нам, теософскому обществу, всем ее членам. И, конечно, это, наверное, одно из самых актуальных моментов ее наследия, которое мы с вами можем принять и должны принять. Спасибо. Дякуємо, дякуємо. Тема життєвого подвигу Олени Петрівни Блаватської, вона навіть ще не зовсім розгорнута. Про це можуть говорити тільки люди, які близько знають Олену Петрівну. І все-таки наше завдання донести до широкої громадськості всю значущість її життя, її життєвого подвигу. Нам треба багато попрацювати ще над цим. Дякуємо, Оксаночко. Сергій Вікторович вичекав, доки наговоряться жінки. І тепер ми вже передаємо. Я з удовольствием вас слушав. Будь ласка. Ну, я хотів вернутися как бы к тому вопросу, с которого вы начали, да, то есть о роли теософії. Вот, в настоящее время, да, и вы также сказали, что многих из нас нет необходимости убеждать в значении теософии. Это действительно так, но я хотел как бы акцентировать на некоторых проблемах. Ну, как мы видим, вот с момента создания теософского общества, скажем так, в ходе глобальной истории человечества, ну, существенных изменений, на мой взгляд, не происходило. Трансформация человеческой природы, индивидуальной, тем более как человечество в целом, на мой взгляд, происходит достаточно медленно. И это и есть, собственно, одна из причин того, почему мы снова входим в этот кризисный период, вот, и над современным миром, вот, который погряз, как и в 19 веке материализм, и сейчас, скажем так, и эта цивилизация еще называется цивилизацией потребления, и это привело к тем кризисным явлениям, которые мы сейчас сталкиваемся. Кризис и экономический, и экологический, эпидемии и так далее, и тому подобное. Вот. Но мы все равно понимаем, что только вот период кризисов и можно ожидать каких-либо стремительных кардинальных изменений. И, собственно, какие механизмы лежат в основе хода истории и трансформации? Наши народы и цивилизации, которые жили на Земле, издревле ориентировались на личности лидеров, вот, пассионариев, которые вершили, собственно, судьбами и народов, и людей, управляли их умами. А вот, и, к сожалению, далеко не все эти лидеры вели народы плаву.
Вот. И, как правило, их отличала таких людей и огромная сила воли, и мужество, и решительность. Но, с другой стороны, многие из них были также достаточно безнравственными людьми, устремленными то ли к власти, то ли к славе, то ли к материальному богатству. И очень был редкий случай, когда такая личность сочетала в себе жертвенность и бескорыстие, высокий идеал. Очевидно, что такое сочетание возможно только при соответствующем мировоззрении, которое определяет и характер человека, и его поведение. Вот. И ярчайшим примером подобного сочетания добродетелей, как мы всех прекрасно знаем, являла собой Елена Петровна Блаватская. Переданное ею мировоззрение универсальных духовных знаний, законов эволюции, может фактически служить для нас, для современников, для общественных лидеров, для ученых, как раз тем базисом и руководством к построению новой цивилизации, способной к преодолению любых кризисов и идущих к высшему прогрессу. Мы прекрасно понимаем, что только универсальное мировоззрение позволит создать ту базу, когда народы всего мира смогут жить в сотрудничестве и в мире. Очевидно, это также зависит и от нас, от современных философов, поскольку мы, собственно, являемся проводниками этого учения и, по сути, тем гумусом, который сможет стать благоприятной почвой, где может произрасти это духовное зерно будущей цивилизации. Ну и к вопросу о того, как, каким образом наследие Блаватской и учение Теософии могло бы служить современникам. Ну, мы все прекрасно понимаем, что Теософия — это величайшая и наука, или как книга, да, в которой мы сможем найти ответы на любой поставленный вопрос. И, соответственно, Теософия может помочь разрешить любую важную проблему человека и человечества в целом. Но проблема может быть на самом деле в другом. Захочет или сможет ли воспользоваться этим знанием, этим ответом человек и человечество? Вот это очень важный момент. Как этот ответ донести, как донести это учение? Но мы все же надеемся, что всегда найдутся такие люди, которые смогут служить проводниками этого учения и через нас, либо через других людей эти знания смогут подойти к тем людям, которые, собственно, и смогут воплотить это на уровне государств, на уровне мира, чтобы реализовать эти теософские идеалы. Дякую. Ви затронули теж дуже важливу таку тему, що життя Олени Петрівни Блаватської може бути певним чином прикладом для наступних поколінь у служінні, у своїх доброчинностях. Я просто думаю про те, що у спогадах сучасників говориться про те, що Олена Петрівна була досить суперечливою особою свого часу. І не всі люди могли відділити зерна від лушпиння. Тобто дехто звертав увагу на вади її особистості, а тільки близькі люди і більш духовно досвідчені могли зрозуміти її місію і всі складності, з якими вона стикалася в реалізації своїх задумів. Отже, наше завдання дійсно полягає в тому, щоб з ходом історії, з ходом десятиліть і століть, щоб ми відділили все-таки зерна і намагалися виставити образ Олени Петрівни Блаватської у
в відповідному ключі, у відповідному ракурсі для того, щоб люди зрозуміли її великий внесок у цивілізацію і культуру. Дякую вам. Ну, тема наша настільки голографічна, настільки різнопланова, що мені здається, що є ще про щось поговорити стосовно спадкової Нептуївни Блаватської. Якщо є у вас іще якісь думки, Наталія Іванівна, будь ласка, вам ще одне слово. Дякую. Я хочу подчеркнуть, что действительно знания, которые принесла Елена Петровна Блаватская в двух томах «Тайной доктрины», они просто бесценны. И, наверное, нет ни одного такого стройного учения о происхождении Вселенной, о происхождении Солнечной системы, о происхождении человека, которое нам передали учителя через Елену Петровну Блаватскую, несмотря на ее болезнь. И мы действительно благодарны за ее просто нечеловеческий труд, потому что 16-17 часов работать за рабочим столом, как она сама писала, я паровоз, который мчится вперед, пока будет достаточно пара. И вот те знания, которые она дала, и которые показывают, что человек бессмертен, что будущее его прекрасно, что впереди нас ждет огромная беспредельность, по которой мы только начинаем идти. И вот я думаю, что сегодня это знание о перевоплощении, о бессмертии, оно просто уникально. Потому что та пандемия, которая сегодня царит в нашем мире, она настолько вызывает страх смерти, который всегда присутствовал в человеке, который всегда его пугал. Сегодня же в связи с пропагандой, со СМИ, с этими фейками, просто человека загоняют в угол и страхом смерти. И поэтому знание, которое она нам дает о том, что человек бессмертен, бессмертна его душа, и что это бессмертие можно найти только действительно внутри себя, внутри своей души, не где-то там в церкви или в храме, или у какого-то учителя, а нужно искать в своем сердце. Именно сердце человека хранит высочайшую истину, божественную истину и бессмертие человека, его красоту божественную. Поэтому это неоценимые знания, которые человек, прикоснувшись к ним, обязательно пробуждается. Он обязательно начинает двигаться по этому пути и начинает понимать, что его богоподобие, его похожесть на Бога состоит только в том, что он сам творит свои жизни, сам творит свои судьбы и мира, в котором он живет. И чем больше людей будет понимать это, тем лучше мир будет у нас на Земле. Спасибо. О, дякуємо, Наталія Іванівна. Ви теж затронули таку тему, які основи, основні віхи вчення споконвічної мудрості. І дійсно, люди традицій, люди попередніх цивілізацій, ніхто з них не вважав людину смертною. Всі вони знали, що людина безсмертна. І тільки ми забули про це. Нам треба нагадувати, да? А ми пишаємося своєю цивілізацією. Да? Наталія Володимирівна, ви можете щось додати до нашої розмови? Да, я хотела немножечко, конечно, дополнить, не в смысле дополнить, а из Натальиного, скажем, вот сейчас, из Наташиной информации, просто хотела сказать, что самое интересное и для людей вот сейчас, и нынешнего времени, и того времени, когда мы еще были, наверное, детьми, если бы мне рассказывали о невидимых тонких мирах, мне кажется, я бы это с удовольствием восприняла и уже бы давно это знала. Но так как тогда этого не было, а сейчас это наиболее, скажем, распространено и
люди, дети с удовольствием слушают даже о том, что есть тонкий мир, что есть существа там воды, воздуха, земли и так далее. Вот всем это очень интересно, и это действительно очень актуально для людей и взрослых, и маленьких, которые могут понимать это. И что мы существуем не только на физическом плане, а мы существуем еще и в тонких мирах, в тонкоматериальных мирах. Что есть духовный мир. Вот это вот все, именно то, что мы не видим, но оно есть, и мы ощущаем как эмоции, как мысли, как вот когда взаимодействуем, скажем, то людям это интересно. Понимаете, даже те, которые, в принципе, к теософии вроде бы не имеют отношения, ну, в том смысле, что не изучают теософские знания, то все равно, когда им об этом рассказываешь, это им действительно нравится, потому что, скорее всего, они в себе просто чувствуют, что оно так и есть. Вот мне так кажется, я не знаю, может быть... Да, дякую. Я идеализирую, конечно. Но... Так, дійсно, тонкі світи в нашому житті, вони дуже актуальні, і з ними треба вчитися спілкуватися, співробітничати, а ніхто нас в школі і в вузах цьому не вчить. Так, дякуємо. І навіть церква цьому теж не вчить, вона трошки входить це, да. Добре, я ще хотіла, може, Оксана Миколаївна ще щось має, бо наша ладушка вже дивиться на годинник. Оксана Миколаївна. Да, я тоже с удовольствием добавлю еще одну еще часть наследия, бесценного наследия, которое подарила нам Елена Петровна, которая не утратила свою актуальность. Она дала нам знание существования иерархии, и не только теоретическое, а практическое, потому что благодаря Елене Петровне, благодаря ее посредничеству и заступничеству, можно так сказать, появилась серия писем между учителями и двумя англичанами, Альфредом Синнетом и доктором Хьюмом, которые пожелали стать так называемыми светскими челами. Эти письма, которые реальны, за каждой строкой которой прослеживается не просто что-то там мифическое, а живой человек, который шагнул по эволюционной лестнице намного дальше, чем все остальное человечество, которое обладает огромным багажом знаний, чувством юмора, который, ну, действительно по многим критериям превосходит нас. Но это реальное сознание, которое прошли человеческую стадию эволюции, которое рядом, которое ведут нас, которое не оставили нас. И это знание, наверное, дает силу идти по пути многим поколениям ищущих, многим поколениям стремящихся. Это знание указывает направление пути и показывает, к чему нам стремиться. Я считаю, что это очень важное наследие Елены Петровны. Спасибо ей за это. Спасибо. Так, безперечно. И це теж дуже важливо. Дякую, що ви про це нам нагадали. Сергій Вікторович, у вас є щось? Да. Да, якщо можна, тут ряд інтересних, як би, вещей. Рассказывали, вспомнили о тонких мирах, о махатмах и так далее. Вот. Но опять же в контексте темы нашего разговора. То есть это вещи достаточно удивительные, и большинство людей, как бы живущих, да, на Земле, это или не большинство, или многим людям это далеко непонятно и неизвестно. И в этом отношении мы опять же хочу я вернуться к вопросу о том, как может отразиться вообще учение на науку. Да? Наука, как мы понимаем, это сейчас основной инструмент и проводник знаний в цивилизацию. Да? То есть посредством именно науки, по сути, как бы и наполняются умы
людей, молодежи, обучающейся в университетах и так далее. Вот. И становится все более актуальным расширение, собственно, парадигмы науки, ее изменения, чтобы наука перешла в ту форму, которая бы могла позволить существовать в ней не только вопросы физической, или вернее физического мира, но и мира тонкого. В этом случае должна быть изменена парадигма всей науки, и она включает должна и дух, и внутренний духовный опыт человека, и понимание о бытии иных уровней сознания материи. То есть вот что актуально. И в этом отношении мы могли бы какую работу вести? Ну, естественно, мы могли бы быть инициаторами либо междисциплинарных научно-теософских конференций, либо научно-теософских исследований. Они, собственно, уже, в принципе, и ведутся, так? Это должно быть как можно более шире и внедряться среди ученых, чтобы они были проводниками, фактически стали впоследствии проводниками теософских идей. Многие из них, они, в принципе, это осознают, и даже это и принимают это. Так, но это должно потом перейти на план следующий, на план людей, учеников, молодежи и так далее, чтобы они могли это осваивать как некое уже базовое образование. И это, в свою очередь, позволит претворить в жизнь идеи, принципи синтеза науки, релігії і філософії. Дякуємо, дякуємо, Сергій Вікторович. Серед наших учасників, от Люба із Луганська хоче нам щось теж додати. Будь ласка, Люба, вам коротке слово. У нас була конференція, тема якої була «Духовність як фактор національної безпеки». То есть порадовало то, что на государственном уровне звучит уже духовность как государственная безопасность. То есть вот эти все идеи, которыми мы многие годы занимаемся, так скажем, наполняем пространство, если можно так сказать, оно осаждается в умах, так скажем, может быть, правителей или тех, кто стоит на службе в государстве. И это тоже радует. Так. Буквально два слова, как все это материализуется. Добре, да. Це дуже важливо про пріоритет духовних цінностей. І дуже ви вдало сформулювали, що духовність... Це як... було названня конференції. Так, да, державна безпека. Так? Представляєте, так здорово. Так? Скільки треба людям перестраждати, щоб прийти до цього... От виявляється, да, якими шляхами ми йдемо до істини. От так. Опит сина ошибок трудних. Так, так, так. Скільки треба перестраждати, щоб стати мудрішими. Ну, добре. Головне те, що нас пригласили і ми виступали на цій конференції. Тобто ми вже не табу для государственної власті, або для, так скажем, презентабельности научного сообщества. Приглашают и слушают, и внимают в таком плане, что многие это разделяют, но они не могут это высказать пока публично. Но вот преодоление вот этой грани какой-то уже происходит. И это радует. Спасибо. Дякуємо, да. Дякуємо, Любочка, за ваш внесок і за долучення до нашої дискусії. Велика вдячність всім учасникам нашого круглого столу. Я думаю, що цей досвід буде нам корисний. Ми потім його обговоримо і, можливо, будемо поширювати на наші наступні заходи публічні. Велика всім вдячність.